наконец-то нашел тебя. Масакрик. Доктор Масакрик. Невероятно хорош собой, с отменным чувством вкуса. Как жаль, что такой приятный молодой человек оказался грёбаным психом! Кровь, кишки, насилие! И боль. Да, я страшный человек. Но, несмотря на мою тягу к насилию, я способен на творчество. Творить, создавать, лечить. Узрите же мой гений! Я создал ее, шил ее из котят, воскресил из мертвых, наделил сознанием. Кстати, шапочку сам шил. У нее нет никого, кроме меня. Плохо ходит, поэтому никуда не сбежит. Она обязана мне жизнью. Бесконечно любит меня. Мой маленький домашний зверек. Имя ей Ушка. 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 Ну, хорош болтать. Время для операции. Не могу вспомнить, это помогает забыть о страдании или быть в сознании. Ну, единственный способ проверить это... Ушка, не подсматривай. Отнеси наверх. Внутрь не смотри. Внутрь не смотреть. Терпение, смирение и жертвенность. Какими бы ни были просьбы Масакрика, Ушка видела в них ключ к его сердцу. Она полезна, а значит нужна, а значит любима. Но все-таки в основе их отношений лежал... Страх. Я же сказал не смотреть внутрь. Неужели так сложно? Что тебе непонятно? Прости, я не хотела. Прости, пожалуйста. Только не... Ну ладно тебе, Ушка, что ты? Я же знаю, что ты бы никогда меня не ослушалась. Давай, иди к себе, я тут уберусь пока. Да, ты бы никогда меня не ослушалась. Так и живут Масакрик и Ушка в своем маленьком мире. Две ебанушки вдали от людей, деструктивных идей. Кто нам подскажет, кто здесь злодей?